Мне нужно показать туда? Нет, его и так видно. Здравствуйте, меня зовут Сусана. Я студентка университета Саксьон. Вот уже 4-й год я учусь на программе «Международный бизнес и менеджмент». Сейчас мы находимся в городе Энсхеде. Энсхеде – самый большой кампус Саксьона. Всего Саксьон имеет 3 кампуса в 3 городах. Это Энсхеде, Девентер и Апплдорн. Сейчас я вам расскажу немножко о самой стране и об обучении в Нидерландах. Давайте вернемся назад в 2016 год, когда я начала обучение в Саксьоне. Первые 2 года своего обучения я провела в Саксьоне. Обучение здесь дается как теоретическое, так и практическое, потому что это университет прикладных наук. Практическое обучение у нас проходит в группах, то есть у нас есть групповые работы. На 3-м году обучения я уехала на Мальту на практику и также в Австрию на программу по обмену. И сейчас я нахожусь в Нидерландах, я прохожу свою 2-ю практику в крупной голландской компании. Страну я выбрала совершенно случайно. Я приехала в Саксьон на день открытых дверей, и меня, можно сказать, подкупило отношение учителей к студентам, потому что здесь уделяют персональное внимание каждому. Государство Нидерланд предоставляет возможность всем международным студентам после окончания бакалавра или магистратуры остаться на 1 год, чтобы найти работу. Также, чем мне нравится Нидерланды, тем, что здесь очень комфортные условия для проживания. Я минимально чувствую разницу между социальными слоями общества. Ощущение, что здесь права человека они поставлены на первое место. И мне нравится жить в такой среде. Для поступления в Саксьон нужно подтвердить знание английского языка. Это можно сделать либо с сертификатом IELTS, либо TOEFL. Также нужен аттестат 11 классов русской системы образования. Всем желающим поступить в Саксьон я бы посоветовала не волноваться, так как вам предоставляется поддержка международного офиса. Также наш международный офис вам подает документы на визу студента. И плюс на 1-й год обучения вам предоставляется проживание в нашем кампусе. Саксьон – это одна большая семья, и он ждет вас. До скорых встреч!